Я кинокритик Виктор Кузин, и сегодня познакомлюсь с теми гадостями, которые вновь наполнили наш кинорынок. Некоторые из них вы сможете посмотреть уже завтра. Итак, пойдем по жанрам. «Маленький купальщик» – фильм албанского кинорежиссера Теодора Бакаки. Но он не имеет ничего общего с широко известной кинокомедией Луи де Фюнеса. Это тяжелый, полный драматизма, драк, погонь, детский фильм – с кровью, слезами и, как всегда, хэппи-эндом. Смотрим фрагменты. В основе фильма «Судьба дебила Юзика», оставленный глупыми родителями на попечение алкоголички-няни, которая и дня не проводит без денатурата и других крепких напитков, ребенок не сдается, и, несмотря на ее провокации, постепенно крепчает и самоутверждается. В закономерном финале фильма няня попадает в ЛТП, а мудрый не по годам Юзик торжествует заслуженную победу. Рекламное агентство Батуала. Мало не покажется. Вы заметили, что ваш ребенок стал капризным? Он активно пачкает пеленки. Ругается, как сапожник. Тайком курит по ночам. Дайте ему целебную настойку коротков, и будете поражены. Настойка коротков – панацея от всех болезней.